Этот турнир — ошибка. Эти люди сильны и воинственны, но это слишком. Даже они не захотят подчиняться царю, избранному победой в турнире. Если это не Ахилл. И он не согласился биться. Что-то происходит на арене. Надо проверить. За этими вратами царский парк. Ты хочешь войти? Да. Пропустите! Царь даровал тебе свободу действий. Проходи. Слыхал о безумном царе Дывкалионе? Он приказал, чтобы все его статуи делались из льда. Ни один царь не пережил свои труды. И вот сцена из песка, где актеры творят кровавые стихи. Как обычно, несравненно, Ахилл! Да пришлите девок. А, царь Ясон! Поздравляю с интересным испытанием! Должен признаться, я удивлен таким финалом. Но прибыль помогла мне пережить это. Я слышал, что Ахилл не участвовал в турнире. Это твоих рук дело. Он не раб. Если он не захочет биться, не мне его заставлять. Ахилл — великий воин, возможно, даже лучший. Но какой из него царь? Я слышал, у тебя договор с новым воином. С ионийцем. Я всегда ищу экзотические таланты. Вы видели его? Нет? Он удивителен. Не думаю, что микенцы разделят ваше мнение, если он победит. Микены прежде всего земля Ареса. Властвует сильнейший, иностранец или нет, неважно. Тебе выпал шанс провести величайший турнир в истории микен, и ты его упускаешь? Ты что-то задумал, Патрокл. Я уверен. Мой царь, ты только что одержал победу в турнире. Неужели ты хочешь проиграть, клевеща на меня? Хорошего тебе дня. Мерзкий персонаж. Вернемся и поговорим с Ахиллом. Я хочу услышать все от него. Внутри камеры, мастерская и комната героев. Хочешь войти? Да. Пропустите их!
О, Ясон, рад тебя видеть. Почему никто не записался? Никто не хочет быть царем? Кто-то из страха. Говорят, Дакон один из лучших воинов Ионии. Другие ждут хода Ахилла. И еще. Кое-кто из гладиаторов хотел участвовать. Но, поговорив с Патроклом, отказались. Дедал, говорят, Патрокл заключил сделку с ионийцем по имени Дакон. Тоже слышал? Знаю только, что ионийц здесь был. Чудовище, а не человек. Я раньше думал, герои Ионии не сравнятся с героями Греции. Теперь не знаю. Почему Ахилл не бьется? Кто знает, что задумал этот павлин? Он бесстрашен. Но может, он боится стать царем? Его можно уговорить? Патрокл может его уговорить, но, кажется, не хочет. Может, тебя послушает? Мне пора, Дедал. Поговорим позже. Я буду держать ухо востро. Ахилл! Ахилл, это Ясон! Ты куда, Ахилл? Вернись. В чем дело? Я сейчас занят. Почему не участвуешь в турнире? Ахилл, пусть вино оставит у двери. Мы ждем. Наполните кубки и ждите. Тебе какое дело до турнира? Еще вопрос. Ты готов склонить голову перед ионийцем? Ахилл никому не кланяется. Мое копье заставляет кланяться мне. Ха! К чему мне корона? К чему мне кулак Ареса? Пусть ионийц сядет на трон и болтает с купцами да крестьянами. По мне, это хуже Тартара. Ты напрасно тратишь время. Не забывай, с кем говоришь. Я Ахилл. Послушай, народ. Когда я выхожу на арену, меня принимают за самого Ареса. Ты не понимаешь, Ясон? Меня запомнят величайшим воином мира. Величайшим? Ты ничто, Ахилл! Совсем размяк. Дерешься с ворами и разбойниками. К величию стремится лишь храбрый, а трусу хватает простой жизни. Разболтался. Не хочешь победы ионийца? Дерись сам. Будет у тебя целых два царства. Ахилл, нам скучно. Иди сюда. Прошу меня извинить. Меня ждет лечение. Ахилл! Вот болван. Что теперь?
Нужно искать дальше. Мы найдем черноязыких. Может, сенатор Анаксагор что-то придумал? Или стражник Алексий из башни Ареса. Он рад помочь. И еще Хуфу. Вдруг его шпионы что-то нашли. Мы ничего не выясним, стоя здесь. Идем. Далее царские земли. Хочешь пройти? Да. Поднимай! На царских землях чти закон или жди кары. Ясон, я от Аиста. В чем дело, Бола? Мальчишки выяснили, что ионийцы привезли какие-то товары в порт. Ионийцы – убийцы, а не торговцы. Любопытно. И еще Аист велел сказать, кто принимал товар. Кто же? Сам начальник стражи Экеки. Аист говорит, это работа не для начальников. Нам стоит еще раз навестить Акеке. Мне пора. Если не вернусь через 10 минут, меня побьют. Хуфу не должен тебя бить. Уйди от него. Тебе легко говорить. У тебя вон какой корабль. Плыви куда хочешь. Уйду я от Хуфу, и что? Можно, конечно, пойти раков чистить. Я не умею, правда, но зато работа веселая. Тебе нужна семья, Боло. Есть одна милая женщина. Ее зовут Зосима. Она добрая, любит песни. Песни? Может, мне и спеть? Может. Найдешь ее к северу от рынка. Скажешь, что ты мой друг. Рынок все равно по пути. Загляну. Мне пора. У него все наладится. Они станут отличной семьей. Идем. Объединяются, чтобы сокрушить черный пар. Царь Ясон, как идет расследование? Все интереснее. Твой начальник на месте? Как всегда, он меня отпустил. Сказал, что у него встреча, и я могу быть свободен. 10 лет на службе. И впервые меня отпустили пораньше. С кем встреча? Не сказал. Когда я уходил, он был один. Арест тебе в помощь. А где моя награда? Мне обещали власть. Награда? А чувство выполненного долга? Что ж, смерть твоя награда. Черноязыкие! Задержать их!
Царь Ясон, ты должен предупредить Ликомеда. В чем дело? Черноязыкие прибыли с ионийцами. Заплатили, я молчал. Зачем они здесь, Акекий? Зачем? Убить Ликомеда на турнире. Послушай, в страже есть другие предатели. Никому не доверяй. Умер. Царь Ясон! Алексий, твой начальник работал на черноязыких. Его убили. Нужна твоя помощь. Разберись с телом. Пусть никто об этом не знает. Неизвестно, кого еще они подкупили. Тебе все ясно? Да. Что будем делать? Черноязык есть здесь. Они хотят убить Ликомеда. Экекий сказал, удар нанесут на турнире. Логично. Возможно, Ликомед в последний раз выходит на публику. Убийца в толпе? Может, лучник? Есть еще один способ. Какой? Ликомед лично передаст кулак Ареса победителю турнира. Что нам известно об этом ионийском герое Даконе? Если он победит, то сможет нанести удар. Это недопустимо. Можно сказать страже, сенату, Ликомеду. Пусть отменит турнир. Экекий сам сказал, стража куплена. Сенат, возможно, тоже. Ликомед нас не примет. Нет. Мы сами должны все сделать. Нам нужен план действий. Ясон? Похоже, мне все же придется побыть гладиатором. Турнир состоится. Я позабочусь о Даконе. До Ликомеда ему не добраться. Трибуны на вас двоих! Ликомед должен жить. От этого зависит все. Новости Сената! Прежде всего, надо записать Ясона на турнир. В доках был регистратор. Или обратимся к Патроклу на арене. Мы сообщим всем, что я участвую в турнире. К арене! Трущобы, рынки и доки там. Вам надо туда? Да. Открывай! Вы можете свободно пройти в Микены. Ясон, я нашел маму! Да, Болла нашел. Болла учит меня своим песням. Да, и мы вместе поедем в Масалонию. В Массилию, Болла? Да, в Малисию. Завтра уезжаем. Спасибо, Ясон, за всю твою помощь. Я рад за вас. От всего сердца желаю удачи.
Микенский человек не побежит. Люди все еще говорят о бое с Ахиллесом. Ведь у тебя сердце гладиатора. Я хочу записаться на турнир. Что? Ты будешь драться за кулак Ареса? Ты уверен? Ясон из Иолка. Запиши это имя.